первая лекция пошла. Это было The Making of Hong Kong. И говорили про историю Гонконга, про экономику и так далее. И это довольно интересно. Прошел один час, у нас перерыв на 10 минут. И потом еще один час. Курс классный. Проф, ну, типа, мед. Я сегодня только что был в туалете вместе. Наверное, пораньше отпустили. Тут еще у нас... Если не черт. У меня тут разница, короче, между лекциями. Одна минута. А тут все кабинеты, румы разбросаны по всему кампусу. И нужно успеть добежать. Всем пока. Сейчас у нас вторая лекция. И у нас есть всего несколько минут, чтобы дойти до аудитории. Я сама здесь первый раз, поэтому я сама узнаю и показываю. Второй у нас VIS Visual Arts закончился. И на самом деле довольно интересно, потому что это история Arts of Europe. И сейчас у нас есть один час свободный. И, скорее всего, мы пойдем в свой дом и немного отдохнем, покушаем. И обратно у нас есть еще третья лекция. Могу показать вам кампус-тур, как мы идем. У нас по кампусу очень часто можно смотреть вот такие вот автоматы. Там довольно дешево. Наш кампус, наш дом находится довольно далеко. И мы вот так проходим. Тут есть мое любимое зеркало, где я всегда снимаю ОТД. Вот так вот выглядит наш дом. Чтобы зайти, нужно пробегаться. Мы пришли в дорм, и на самом деле хочется кушать. Но я не знаю, что я буду кушать. Вот такой вот у нас вид. Вот такие вот у нас столы. И вот моя кровать. Вот моя страна, у меня тут пушка. У нас здесь такой вентилятор. И там кондиционер. That's all. Так угодит наша уборная, наш туалет. И вот так у нас выглядит комната. Вот тут горячая вода, микроволновка. Здесь нужно мыть посуду. И common room. Common room у нас выглядит так. Здесь у нас вытяжка. Можно взять свою кофорку, но нельзя брать газовую. Не можно только электрическую плиту. Такой вот холодильник, здесь кондиционер, ванна, и вот, и такой вот тоже очень красивый вид. Мы вышли и идем на третью лекцию, которая будет длиться 3 часа. Сегодня у меня закончились все уроки, и я вышла пораньше, потому что в 4:30 у меня экзамен по китайскому, и надо просто максимально его завалить и сказать то, что я тупая. Идем. Здесь у нас находится бассейн. Здесь вот такой вот сад. Заплатили за депозит, и сейчас мы идем к остальным девочкам в библиотеку, и я заодно вам покажу тур по библиотеке. Let's go!
короче, я пришла в Park & Shop, и мне нужно купить немного продуктов. Я уже еду домой. Я купила виноград. Я купила бананы. Я не знаю, насколько они будут вкусными, но надеюсь, будут вкусными. Потому что они на скидке. Купила грушу. Ребята, Чанди приготовила карри с курицей, и это нереально вкусно. Вот, короче, сидим. Короче, я умылась, сходила в душ, переоделась и... Скоро буду спать, моя соседка уже уснула, поэтому я вышла с комнаты, чтобы не разбудить ее и не мешать. Сегодняшний день на этом закончился, завтра еще 3 пары. Пожелайте удачи, всем пока-пока! Короче, сегодня второй день. Сегодня утром был один туториал, который отменили, потому что неделя, а дроп туториалов нет. И я отсидела одну пару 2 часа. Сейчас иду в регистры взять бумажку AdDrop, потому что мне надо зарегать еще пару курсов. Всем снова привет! Сегодня у меня уже закончились все лекции. У меня было 3 лекции. Первая был туториал, который я проспала. Его отменили, поэтому я выспалась. Вот. Только что сходила и добавила еще один курс в кластер. Эддропнула его. И вот, теперь лежу, отдыхаю. Не знаю, что буду делать вечером. Сейчас должна прийти Сева, и мы будем делать стирку. Сейчас тоже схожу в душ, моюсь и пойду спать.